Сегодня поступило еще одно печальное известие. Из жизни ушел известный актер Юрий Дубровин. Вы наверняка смотрели фильмы с ним, ведь в его фильмографии более 140 работ. Юрий Дубровин родился 1 августа 1939 года в Рязанской области. Актерскому мастерству он обучался в ВГИКе, который окончил в 1962 году. В кино Юрий Дубровин начал сниматься в конце 50-х, начале 60-х годов прошлого века. Свои первые роли он сыграл в короткометражной ленте «Ребята с нашего двора», детском фильме «Алые паруса» и киноповести «В пути». Также Юрия Дубровина можно увидеть в лентах «Первый посетитель», «Д'Артаньян и три мушкетера», «Школа», «Окраина» и «Агент национальной безопасности 2». Свою последнюю роль в кино Юрий Дубровин сыграл в 2016 году. Речь идет о короткометражной ленте «Недолет», в которой он сыграл ветерана. Помимо съемок в кино, Юрий Дубровин также служил в театре. Он играл на сцене Киевского театра-студии киноактера. Юрий Дубровин ушел из жизни 4 декабря 2022 года. Актеру было 83 года. Что стало причиной смерти актера, не сообщается. Но известно то, что в 2006 году он перенес 2 инсульта и был вынужден прекратить творческую деятельность. Он плохо ходил, у него так до конца и не восстановилась левая сторона тела. Все же, несмотря на это, он нашел в себе силы сняться в короткометражной ленте «Недолет», которая была одной из первых режиссерских работ его внука. Светлая память актеру Юрию Дубровину.